ЛДПР написано на ней. Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с Женькой идем в кафе. Сегодня знаменательный день. В этот день мы познакомились 10 лет назад. И мы его празднуем каждый год. Это у нас 4 января. Там Колизей виден. Вот он. Красивый. Кто там помойка мешает? Такие дома здесь. Женька, привет. Помаши ручкой мне. Ага. Добился. Что это такое было? Снег упал. А ничего с таких крыш. По-моему, с того балкона. С балкона? Да. Обалдеть. Ладно, хоть там не ходят люди, а то на башку. Вот так вот. Падает. Я думал, с таких балета крыш не падают снега. Упал снег. Поэтому нельзя под любыми крышами ходить. Везде попадают. Тут раньше магазин стоял. Киоск. Киоск. Помнишь, Жень? Киоск стоял вот здесь вот. Там продавались хлеб, мы обычно идем, я помню, здесь. Забыли что-нибудь купить, обычно хлеб покупали. Там лимонад, все продавалось. Здесь вот на этом месте стоял, удобно было. Очень. Что-нибудь забыл купить, здесь докупил. И людям удобно было. Приехали мы на проспект Юных Пионеров, Самара. Такой памятник. Трудовой подвиг Куйбышева. Смотрите, какие лица. Может, кто-то узнает здесь своих знаков, своих бабушек, дедушек, прабабушек. Народу много. Он это с Машей сидел, а как же я его оставлю? Как детство прям напоминает. Елка. Вокруг елки бегали. Помню, детьми были. Тут лавочка. Там вот дальше озеро. Пойдем уточки снимем. Уточки сейчас посмотрим. Мы не туда идем, нам там надо пойти. Так я не знаю, ты меня ведешь туда. Идем. Я же ты сам сказал, давай там пойдем. Я тебе рукой показываю, ты не в ту сторону. То ты мне направо покажешь, я иду направо. Оказывается, налево идти надо. Я уж тебя и поправляю, пойди туда, 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 туда. А ты все сюда. Не дурак ли ты? Нет, ты... Куда? Направо или налево? Вниз. Ты мне объясни. Сейчас пока по ступенькам. Вот как накидано. Я тебе буду себе дословно, понятно. Ты мне говоришь, право, лево. Спустились. Ну ты говоришь, идти так, направо, стоп, а мне. Спустились вниз, стоим. Стоп, 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 стоим, стоим. Теперь налево. Повернулись. А почему туда? Подожди. А мы же туда обычно. А потому хотим. Что там утки. Ты хочешь утки поснять? А с той стороны тоже утки. Потому что утки налево.
А направо утк нет. А направо кто? Лебедя? Сколько я хочу. Я тебя сюда веду. Я каждый год их снимаю. Их так много. Загон. И с той стороны вон домики. Написано на столбе там. Люди не дайте умереть, покормите их. А, тут наоборот. Они так крякали, он стал тут добром. А тут дрались, видел? Да. Целая толпа запускали. Там собачка подсмотрел новую. Любопытно. Как много стало. Не круто. Матрешка, может, на обратном пути я зайду, спрошу. В бассейн. Отодвинься, пожалуйста, чуть-чуть. Сколько стоит?
как много, смотрите, народу гуляет, просто много. Никакой пандемии речи нету. Женя, отойди, пожалуйста. Да куда ж мне уйти-то? Просто сюда. Ну, пойдем, давай руку мне. Пошли уже, Серию. Хватит. Пошли, я тебе говорю, пойдем, а ты все это... О, я выше тебя стал, Женька. Да. Я подросла. Помнишь, я раньше так руку держал? Ну, я помню, да. Так долго было приучить тебя. Не знаю, чего ты ее так держал. Как зайка. Да, я понял. А это фонтан, да, Жень? Да. Здесь я помню, как-то раз покупали какую-то эту, типа шаурмы, что ли. Она была такая вкусная, как лаваш поджаренный, что ли. Я понял, что пришли и пошли в кафе, и дождь ливанул. А там на коньках катаются. Незаметно почти. Старый памятник. Памятник, он давнишний. Что-то он, наверное, другой немножко. Огонь, может быть. Вон там народу полно. Ощущение, что вся Самара сюда приехала, вышла. Да? Женька. Дома тут такие. Вот он. Мир пицца в Самаре. Кстати, очень вкусная пицца. Здесь тоненькая. Как я люблю. Здесь дома какие, смотрите. Домики, домишки. Сейчас Женька за водой сходит. Купит водичку. Мы пойдем. Нет, людей не видно.